Немало настоящих мастеров декоративно-прикладного творчества в Славянском районе. Убедительное доказательство этому выставка «Ярмарка народных промыслов и ремесел. Город мастеров», которая прошла в Северном парке города. После проведенной реконструкции Северный парк стал любимым местом отдыха для славянцев и гостей города. Дети играют на многочисленных оборудованных детских площадках. Молодые люди увлеченно занимаются спортом. Здесь можно прогуляться по красивым аллеям, пообщаться с друзьями, отдохнуть после напряженного рабочего дня. В плане улучшения комфортности и привлекательности идет дальнейшее развитие парка. Нужно сделать так, чтобы здесь было интересно каждому. Проведение выставки ярмарки народных промыслов и ремесел «Город мастеров» заинтересовало славянцев. Тут были представлены авторские изделия из камня и дерева, картины, куклы и многое другое. Удивительные изделия славянских умельцев привлекают внимание тем, что сделаны они от души. Если приобрести их, то искусство славянских мастеров будет по-настоящему вас радовать. Многие изделия, в том числе ювелирные украшения, уникальны, потому что существуют в одном экземпляре. Как бы проявляю себя через это. Мне нравится, что людям нравится то, что я делаю. Они с удовольствием приходят ко мне, у меня есть, да, постоянные клиенты. Где берете вы идеи, вот, рисунки? Из головы. Только из головы. То есть изделия я не повторяю. Вот у меня есть какие-то, я могу даже дома убираться, бросить все и идти делать. К прилавкам с работами мастеров все время подходили люди, спрашивали, как сделано то или иное изделие. Народные умельцы редко скрывают свои секреты. Другое дело, что не все так просто можно объяснить. За работами мастеров годы поисков и напряженного труда. К примеру, даже из мыла можно изготовить интересные работы. И пчелиный воск, оказывается, подвластен настоящим мастерам. Пришла к изготовлению свечей. Почему? Потому что мой папа является пчеловодом. Также мой дедушка был тоже пчеловодом. Я очень увлеклась и понимаю, насколько ценное сырье. То есть пчелиный воск, он уникальный как сырье, богат микроэлементами, полезными веществами. Помимо того, что свечи очень красивые и невероятно ароматные, с медово-цветочным ароматом, они еще и очень и очень полезные. Поэтому у меня большой выбор свечей из воска, вощины, также восковые салфетки. Ярмарка народных ремесел, промыслов и живописи «Город мастеров» будет проходить в Северном парке в последние выходные каждого месяца с мая по октябрь. И это бесспорно прибавит парку привлекательности в глазах славянцев и гостей нашего города. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».